didn't even get to cross. Мы рады приветствовать вас на третьем всеукраинском турнире по пауэрлифтингу и жиму лежа «Характер». Он традиционно проходит в Дергачах. Очень приятно отметить то, что география в этом году еще стала шире. У нас есть представители Ивано-Франковска. У нас также уже есть люди, которые к нам постоянно приезжают. Это и Киев, и Одесса. То есть как бы мы всегда рады всех приветствовать. Стараемся как можно больше повышать уровень наш. В этом году у нас, благодаря мощной поддержке нашей администрации, в частности нашему главе Константину Сергеевичу Житкову, у нас прекраснейшие подарки, ждут всех победителей. И мы благодарны всем, кто приезжает каждый год к нам, и рады приветствовать всех на нашей земле в городе Дергач. Я занимаюсь пауэрлифтингом вот уже полтора года. За это время мне удалось выполнить кандидата в мастера спорта. В этот раз на всеукраинском турнире «Характер» я хочу выполнить и приложу все усилия, чтобы эта цель стала достижима, мастера спорта. Хотела бы от себя добавить, что пауэрлифтинг – это тот вид спорта, где закаляется не только сила духа, вы становитесь сильнее морально, физически, эмоционально. Я, в свою очередь, хотела бы призвать всех мужчин, именно мужчин, чтобы они занимались именно пауэрлифтингом. Не ходили в зал заниматься бодибилдингом, смотреть на себя в зеркале, а именно вот здесь, на помосте, приходили и показывали свои результаты. Первый раз я на соревнованиях таких сторон. Спасибо организаторам очень большое, что приняли, тренеру Бандуре Александру. Спортсменам, чтобы занимались спортом, поднимали штангу. Ну, это все интересно. Я занимаюсь у Тавкана Василия. Я упорно готовился к этим соревнованиям. Мой результат 50 килограмм, и я одержал победу. Я еще буду готовиться и приходить на соревнования. Всем участникам соревнования удачи! Это традиционный турнир для этого времени года и для этого города. Значительно расширилась география турнира. Очень напряженная борьба ведется как среди мужских, так и женских весовых категорий в пауэрлифтинге и в жиме лежа. Данный турнир является отборочным для чемпионата Украины, который состоится 8-9 декабря в клубе «Тетра» в городе Харькове. Хочу пожелать всем спортсменам до конца года показать свои наилучшие результаты и в следующем году с новыми силами вступить в бой.